Яна Банана и Алиса Ковалева. Плюсы и минусы Брекета. Начинаем. Начинаем. Не сегодня снимают брекеты. Можно есть теперь котлеты и конфеты. Алису уже сняли. Уф. Теперь эффект речи у нее. Уф. Вот Полина поела. Привет, Полина, привет. Полина. У нее зубов во рту полная корзина. И у нее прям на двух передних зубах застряли куски грибов. Куски грибов. Такие черные, как будто зубы. Выбитые. Ну, так выглядят они. Шалавы пробитые. Как шалавы пробитые. И к ней подошли какие-то мужики. Поздоровались и ищут приключения от тоски. Типа, хе-хей, блин. Она им такая, ууу, блядь. Да, они ушли. Да вот почему они с ней не познакомились? Почему не познакомились? Вот. Посмотрели так, грибочки в зубах. Грибочки в зубах. Вот не познакомились. Грибочки в зубах. Вот как. Грибочки в зубах. Грибочки в зубах. А еще есть нельзя вообще. Ну, мороженое. В бумажке или в стаканчике, которое положено. Вот потому что от перепада температуры, ну, как это, как его из той литературы. Короче, клей можно клеиться, вот. Хотя от этого не болит живот, вот. Короче, нельзя горячее и сразу холодное. А то вообще будет все тело потом голодное. Сразу холодная, как это? Ну, вы знаете, изучали это по географии. Ну, вроде там, ну, наука такая по биологии, что ли. По биографии. Ну, про перепады температуры сказано там. Я читала. Ну, вы знаете, изучали это по географии. Перепад температуры горячая, холодная. Вроде там наука такая по биографии. Я читала, там есть про это. Есть оно там. Ведь от перепада температуры еще и трескаются камни. Ну и что там еще? Это тоже трескается.
На самом деле с брекетами можно все есть. Главное, чтобы что там не отвалилось всю жизнь. Просто надо уметь это делать. Вот так. Да-да. Чтоб не отвалилось. Вот так. Чтоб ничего не отвалилось. Чтоб ничего не отвалилось.